спортивная зима. Для одних это время лыжных походов, для других пора катания на коньках. Но есть еще одно зимнее спортивное развлечение. Число его поклонников растет из года в год. Для так называемых моржей плавать в морозную погоду – истинное удовольствие. Любители купания в ледяной ванне утверждают, что им неизвестны простудные заболевания. Да, есть чему позавидовать.